хотел тут маленько, да, сказать, с видом вот таким, тут хоть маленько тенек и не из квартиры, и шума нет. Короче, пробегал, все блоги вообще у меня так-то не сильно пробег, там чуть-чуть пробег, буду в них показывать вообще, что, где иду, рассказывать, ну и с вами общаться, то есть это больше всего общение с вами. Так что можете свои вопросы накидывать вообще про все, не обязательно писать, а что, где, как. То есть можете спрашивать про ботинки, ну, как обычно, то есть про кроссовки. А про бег, что, ну, бегал, хорошо. Следующий бег у меня будет это в кроссовках с Айконих моих, а потом будет обзор, сравню те с этими, зафигачу обзор. Ну, виды вот такие, про балконную тему я вам уже наговорил. То есть вот этот балкон, который вот этот вот, я с одного большого записываю, этот тоже наш балкон. Там типа можно вещи сушить, но мы его вообще никак не используем. Да, и в основном на нем турки, если они, или там наши, кто здесь квартиры накупил, живут, они на таких маленьких балконах там что-нибудь хранят, либо вещи сушат, еще что-нибудь. То есть, а на больших балконах это у них как террасы. То есть в этом прикол вообще, то есть вот так вот. Ладно, кому что интересно, в комментарии. И это все, короче, может быть, это вообще вставлю в самое начало, и там сразу смотрите, балконную тему осветил, пробег вообще 5% из всего видео, так что там все больше общения с вами, показываю Турцию, меньше всего свои рожи и так далее. Так что смотрите, поддерживайте, либо не поддерживайте, короче, смотрите, будет интересно, вот так вот. Ну что, сегодня у меня получается 6-й бег. Приветствую вас сегодня опять в Алании. Побегу опять со своими пацанами. Они тут. Один мелкий 6 лет, второй покрупнее 14. Так что бегаем пока вместе. Бегал последний раз 5 отрезков по 50 и по 200 шел между ними, да? По 150 шел между ними. Сегодня будем бегать уже не 9 отрезков по 500, а 10. То есть 5 километров, остальное ходьба. Постараемся пробежать, не знаю, как получится. Бегаю также в Коки. Вот сейчас сегодня сбегаю, потом следующий бег будет у меня уже это... как сказать-то, блин, солнце фигачит, капец. Будет следующий бег, побегу с Айконис, в которых бегал в Челябе. И расскажу вам что. А потом в конце когда-то будет уже обзор на Кока. Конкретно в сравнении и вообще что это, как это и вообще, то есть уже более конкретно, не просто так, как я раньше записывал. Ну, кому интересно, следите, что с каждой тренировкой сидею дальше, как вы все писали, засиделся. Ну да, это у нас это бизнес в России такой, что вот за лет 15-20 бизнеса посидел в конец, одни нервы, толку нет. Здесь отдыхаю и это, даже не представляю, как так можно так отдыхать более там недели, как обычно на отдых выезжаешь, более 2 недель, там, может быть, будет 3 недели, 4, и не ходить на работу. Это просто какой-то кайф. Но это отдельный разговор. Короче, побежали мы тут. И сейчас вам красоты еще покажу. Я все с одного места снимаю. Вот красоты. Все те же. Сегодня море такое. Волнуется хорошо, так покупаться можно на волнах. Заходы везде, кроме вот центр, где Алания, где пляж Клеопатра. Все заходы песчаные, плиты прорублены здесь. Из-за этого заходы все такие, короче, не очень. Но нормально, я в Ирыксах заходил, показывал вам. В Инстаграм залетайте, там про Ирыксы я рассказывал, как я в них заходил, как я в них купался. То много раньше кто про Ирык спрашивал, можно в них купаться, нельзя, я купался. Вот моя армия, один мелкий, один постарше, все готовы к бегу. Вот этот у меня вон в Найках бегает, тут вон в Вадиках. Я в этих вон Коках. Короче, потом обзорчик будет. Ладно, сейчас побежим вон в ту сторону. Итак, 5 тренировок запишу, потом выставлю опять общий этот набег. Как побегал, да и так пообщаюсь. Вот тут тоже вон все бегают, вон мужик в Колумбии в этих в теплых ушел. Вот добежали до половины, 5 отрезков. Идите. 5 отрезков было. В сторону Кистели бежали. Кистель весь пробежали.
5 отрезков по 500 пробежали. Не бубните, а я запишу. 5 отрезков по 500 пробежали. Получилось пульс. Ну, пульс еще нормальный. Где-то максимум был 155. Вот так. Когда иду, 120. Восстанавливается. Вот сейчас обратно пойдем, посмотрю. Результаты будут, нет? Вон у них бензин. По 8 их тугриков. По 8 лир. А, дизель. Дизель у них по 5,60. То есть 8 на 8 получается, сколько это? 64 рубля. А дизель по 5 всем-то там получается. Поле футбольное. 5 на 8 40, дизель по 40. У них, кстати, здесь в Турции все машины в основном, большая часть дизельных. Что там по времени? Так, запись заканчиваю. Надо бежать последний отрезок. Жук. Прикольно. Сейчас дальше пойду. Таких пойди, найди. Классно. Ладно, давайте пешком пошли. У нас еще осталось 3 отрезка по 50, по 500. Идем, идем. Да. Короче, добежал последних 2. Уже по 500 разделся, все. Майку снял, загораю, короче. Все равно последних 2 отрезка херачит пульс. Пока 160. Не знаю, если за месяц разгонюсь, побежим до Алании, до центра. Может быть, километров 10. Выхожу на десятку, но только тогда, когда пульс будет нормальный. Пока пульс фигачит просто ужасно. Ну как ужасно, когда идешь 130, когда бежишь в конце 160-165, последних 2 отрезка. Ну вот сегодня пробежал шагом за 50 минут, получилось 7 километров. Ну, с ходьбой вместе. Короче, кому что интересно, поддерживаем, ставим лайки, комментарии пишем. Короче, вот так вот. Ладно, следующий бег потом запишу дальше. Вот здесь с пляжика такой вот кайфовый вид. Сегодня пойдем купаться на пляже. Вот такие волны, приколюха вообще. Лежишь, тащишься, вода вообще офигенно теплая. Вообще класс просто, класс, 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 класс. Всем привет. О, ждем машину. Сейчас переждем. Всем привет еще раз. Пошли какой-то раз бегать с мелким. Он идет. Тоже со мной бегает. Короче. Уже какой раз, не знаю, но 2 дня не бегали. Что-то ездили на... 2. Он говорит, 3 дня не бегали. Не. Сын говорит, 3 дня не бегали. Я говорю, 2. Третий день мы сейчас пошли, потому что эти дни ездили там на крепость. Лазили. Видео будет на злой обзорщике, наверное, лайф там. Как мы там это ходили, лазили. Кому интересно, посмотрите. Будет что тут в Алании на пляж Клеопатра, крепость. Ну, все вместе там. Канатная дорога будет. Ну, короче, вот пошли бегать. Да, короче, уже вот какой раз. Пока хотя бы пульс при такой интервальном беге там иду, бегу, не превышает 160 где-то примерно. Сейчас я вам камеру переверну, посмотрите. А, вот, идем туда бегать. Сейчас будем переходить. Кстати, здесь Рено. А, у меня Рено было. У меня Рено было Stepway. А здесь такая называется Stepway. Только вон она стоит. Вон. Вон. Сейчас подожди. Подожди, я тут увеличу. Вон стоит Stepway такая же, да. У них только они все называются. У них есть Рено, а есть эти дача. Там написано D, A, S, H. Короче, по-нашему, если по-простому читать, дача. Вот эта вся дача, она такие же, допустим, Stepway Renault у нас, или там Logan, или там, как его, Kaleos, или там, я не знаю. Ну, все названия будут такие же, только бегом. Тут машины, кстати, не останавливаются вообще.
Короче, названия будут такие же, только все будут дачи. В ту сторону. Такие здесь кактусы есть. Кстати, в Алании, где гуляли, где эти кактусы были, они были все расписаны. А здесь не сильно успели расписать. Кактус не расписанный. Не трогай. Вон со мной бегун пошел, тоже 2 дня отдыхал. Говорит, не могу больше, а сегодня сам. Я его не заставляю, он это сам хочет. Если захочет, то я его беру с собой. Я все равно медленно бегаю, у меня темп где-то 7-8 минут километр, так что быстро не бегаю, вот оттуда. Ладно, пробегусь, результаты скажу, все смотрите также Инстаграм, там каждый раз после бега выкладывают, что-то говорю, анонсы и так далее. Да, скоро будет, не знаю, когда этот пробег выйдет, скоро будут вот эти обзоры полезные для вас, чтобы вы могли определиться с выбором там на зиму, на весну, чтобы сразу всем, а то вопросов много про обувь, какую вот сейчас выбрать для машины, чтобы и на зиму, и для машины. Вот сейчас как раз все такие обзорчики будут. И не только они, еще про новые модели обуви. Ладно, побежали мы. Добежали до середины. Пока результатов никаких, так что про это рассказывать не буду. Короче, покажу вам, что как тут вообще везде. Посмотрите. Вон там петушки поют. Такие вот дома тут. Если увижу эту, покажу, что такое я рассказывал. Рено. А тут вместо Рено дача, короче. То же самое, только наклейка дача. Наверное, к ним такие поставляются. Тут какой-то отель. Тут что-то кормят чем-то. Блок выйдет на злой обзорчик про Аланию. Где мы были, там посмотрите. Вообще. Мар, давай быстрее. Уже устал. Говорит, я сегодня не устану, сам уже все сдуваться начинает. Но ему тяжело, он мелкий, 6 лет. Так что дочь вообще не бегает с нами. 6 лет тоже. Двойняшки. Ну, ей вообще тяжело. Как бы. А, вот, есть вот Рено. Это Рено. А так в основном дача. Ладно. Дальше сейчас обратную сторону побежим. Потом еще что-нибудь поснимаю. Автобус. О, пока иду. Вон там кораблики. Люди, время сейчас 11. Уже пляж, хотя на улице в 11, где-то 24 градуса, 24 градуса, и сегодня у нас 21 октября, 24 градуса, люди все на пляже. А с 12 до 3-4 тут вообще дофига, потому что очень жарко. Что хотел показать? Короче, хотел вам показать дома, видно будет, нет, вон. Тут самое главное иметь в Турции балкончик. То есть мы живем не в отельной зоне, мы живем просто на съемной квартире, да? И поэтому пальмы, ну, примерно, где все живут просто. И наши, и население просто. Марк, отойди. Короче, вот это синяя, это велодорожка. По ней ездят мопеды на встречку. Всем насрать. Едет на встречку, ему пофигу, он не хочет по той стороне бежать. Он на встречку херачит, сюда заехал по пешеходному переходу и ездит вот здесь. Хотя здесь написано велосипеды. Что мне еще чуть-чуть болтать. Короче, балконная здесь тема. Сейчас добегу еще чуть-чуть и расскажу, что за балконная тема. Итак, продолжение, если меня слышно. Я просто снимаю не на камеру, все на телефон, когда бегаю. Продолжение. Вон балконы, можете остановить, кому интересно, те большие. И вот длинные. Короче, у турок здесь тема называется, я ее назвал балконная тема. Тут во всех домах либо один большой, когда у тебя 1+1,
квартиры. Либо у тебя получается 2 там плюс 1, 2 плюс 2, короче, по-нашему полуторки, ой, однушки, двушки, трешки и так далее. Когда у тебя уже типа двушка метров 100, у тебя в основном два балкона. Один огромный, один поменьше. Поменьше — это как у нас лоджии, такой метров 7. Побольше — это метров 20, ну всего квадратных, да. И все они сидят, что у нас по времени, то можно еще говорить. И короче, все вечером сидят на балконах, пьют, едят, утром встают рано. Кто взрослые такие, под пенсионный возраст, может уже до пенсионного. Короче, все пьют, едят и так далее. И вон, и потом застекляют, когда вот вечером прохладно, они, стекло у них такое застекленное, оно все складывается. Каждый вот этот квадратик, я не знаю, вон там видно будет, нет? Каждый вон те квадратики, они складываются, можно сделать оголенный балкон весь, открытый, а можно сделать закрытый. И они их складывают или раскладывают, в зависимости, холодно или не холодно. Ладно, а дальше продолжим, добегу. Короче, бегаем, блин, машины, бегаем вон от того здания с башенками. Вот в ту сторону бегаем. Можем в сторону, как-то там называется, он забыл. Или вон в ту, по пляжу. Вот так вот. И вот здесь еще. Вот этот отель рабочий вроде, или там, а нет, там комплекс. А вот этот отель именно один, он закрытый. Там ремонт. Короче, вот такие пальмы. Мелкий укололся кактусом, я ему эту иголку вытаскивал сейчас. Пробегали вот так. Сегодня что-то плохо бегали, где-то 4,5 километра бега, остальное ходьба. Ну, он пошел. Скажи, ты устал? Я тебя снимаю. Марк, устал? Скажи, а? Нет, а что бежал медленно? Следующую тренировку отдохнешь? Где ты, Марк? Следующую отдохнешь? Да. А? Вот хорошо. Мне просто нельзя, не то что нельзя, я стараюсь ритм не сбивать. И короче это, потому что он автобусы. Ну, как в России, что тут удивляться, обычный автобус. Автобус стоит 4 ихних, то есть 6, ой, 8 на 4, 32 рубля автобус стоит. Побегаю. А, один день отдохнешь, потом побегаешь, да? Ладно, все, сейчас пойдем в сторону дома. Сейчас пляж сниму. Как хорошо. Может, как-нибудь плюсанете, кто смотрит. Пойду сразу искупаюсь после бега. Если что. Вот такие цветочки. Я сейчас расскажу дальше балконную тему. Еще с вами пообщаюсь. Вот она, синяя дорожка для велосипедистов, по которой все подряд ездят. И мопеды, и тройные мопеды с сидушками, что хочешь. Вот время, если будет видно, я не знаю. Блин, солнце фигачит. О, время. И пляж. Я не знаю, видно будет. Весь пляж забитый. Все загорают голыми жопами, уже все там. Так что пляж есть, люди есть, все черные, как угри. Ладно, сейчас перейдем, чтобы лучше слышно было. Там включусь, про балконы расскажу дальше. Короче, вот идем. Вот этот закрытый отель. Называется блок-пробег. Вот балконы. Как я вам говорил, про балконы. Вон еще балконы. Вон еще балконы, там здоровые. Я вам как-нибудь со своего балкона сегодня, может, сейчас приду, запишу, как люди на балконах обустраиваются. То есть, и какой у нас, блин, балкон. Так что это все балконная тема. А, вообще прикольно. То есть здесь все просто сидят, едят вечером. Ну, пьют, кто пьет. А, вот, видите, закрытый. Он закрытый, потому что здесь мусорка одна. И людей там нет. И, короче, вон есть балконы. Такие есть вообще капитально закрытые. Но в основном, я вот сейчас до дома дойду, где, чтобы видно было. В основном балконы закрыты не капитально, а вот такими сдвигающимися как бы окнами.
И вот это прикольно, то есть раздвинул, когда жарко, когда ты сидишь там утром, когда вечером прохладно, с одной стороны задвинул, у тебя все зашибись. Есть вот такие вот закрытые, но это старые дома. Марк, переходим, не беги, переходим. Здесь они, он идет со мной, здесь они не тормозят, у них тут это, как во Вьетнаме, только во Вьетнаме вообще страшно, а здесь это, пошли на ту сторону. Это у нас, стой. А, вот это вот Renault. Так в основном дача. Это вот BMW новая. Это значит миллионеры. Миллионеры, она здесь где-то стоит миллионов под 10. То есть на 3 можно умножать наши цены. А? Ну все, тебе отдыхать надо, разболеть. Короче, сейчас покажу. Вот балкон. Он просто, блин, огромный. А вот это вот второй балкон, это тоже ихний. И вот два балкона, на это можно весь сушить, он огромный. А на большом балконе они сидят всегда все. И сидят, пьют, едят и так далее. То есть это вон они ставни, вот сейчас увидите. Вот. Видите, ставни сдвигающиеся, они могут весь балкон закрывать. Это балкон, это вот тут угол, это только начало, да? Сейчас я покажу. А сам весь балкон, вот он весь сам балкон. Вот. Вот он со ставнями. Там охренеть просто. Там полуторка, наверное. Метров 40 он такой балкон. Вон они все балконы. Вон, вон, вон. Да. Вот. Короче, вот магазин наш. Пойдем. Тут помойка. Вон магазин 101. Пойдем хлеба. Пойду еще покажу. Вот наш дом, да. Вот балконы все тоже огромные просто. Ну, это прикольная тема с балконом. Ладно. Вот наш басик. Это не отель, это просто дом. Жилой дом. Вот жилой дом. Просто комплекс жилой дом. Вот эти огромные балконы, короче. И вот второй балкон маленький. Это тоже, но он как маленький, тоже большой. Это вот одна и та же. Вот этот и тот. Это один и тот же, блин. Как сказать, одна и та же квартира. Так что у них балкон — это резиденция. Они там очень много времени проводят. У многих телевизоры стоят и так далее. Короче, ну вот как-то так. Вот можно отдыхать, есть спортзал и так далее. Короче, не жизнь, а кайф. Да, особенно в преклонном возрасте. Вкусные. Эти не вкусные. Хлеб за 2 рубля, это 16 рублей. Вот такой. Вот три. Сейчас еще вкусные палочки берем. Вкусные палочки. Ну давай, бери одну. Только не растопчутся. На зеленую. Ну да, зеленую, они все подготовленные. Это с какие-то добавления чего-то. По 3,75, 4. Давай. Ну, бери в руки, мне зачем. Вот я вижу. И хлебушек за 2. 16 рублей. Вот так, тут хлебушек 7, 8. То есть разные есть за 3,75. Вот это что, папа? Это 3,75, это 4 почти. 4 на 8, вот 3. 30 рублей хлебушек. Пошли, нам еще воды надо и масло посмотрим. Давай. Нет, воды нам надо это. Еще и масло. Первое масло, потом вода. Вода вон, 2,90. Вот такая. 3 рубля, короче. Я 2 беру на 6 рублей. 6 на 8, 50 рублей за 2 банки 5-литровых. Это вот дешевое вообще там по 0,75. Вот папа сыр. Папа, вон сыр. А нам сыр не надо, я хотел пасту посмотреть. Из-за арахисовой, да. Она тут недорогая была. Именно арахисовая. Папа, тут больше нету. Вот это вот. Это за 19, а это из чего? Это вообще не очень. Мы какую-то брали вчера. Ну, вот это вот натуральный. За 20 рублей. Фундук так-то. Не знаю, мама почем вчера брала. Здесь фундук. Я хотел взять арахис, но по 10. Фундук еще есть у нас. А арахиса нету. Я видел, да. У нас 2 банки таких. Ну, пошли нам еще надо этот. Молоко. Зачем? Молоко. Молоко? Да. Папа, вот молоко. Нет, это молоко долго портящееся.
А нам надо недолго портище. Сырок. А, вот этот, кстати, сыр брали. Этот классный сыр, 35 килограмм. Это 3 на 8 и 5, это где-то 280 рублей вот этот сыр. Ага. Это называется у меня блок-пробег. Блок-пробег. А, берем вот это молоко. Здесь еще вся молочка хорошая. Молоко, число нормальное. Это на, 5. Понесешь? Да. Отлично. И можно ранчик взять один маленький вот этот. После бега купить. Хорошая тема. 1 рубль их нет, это 8 наших. Короче, 8 рубчиков рублей айран. Так, это нам ничего не надо. Ну что тут арахисовой пасты-то нет? Я же хотел. Папа, а мы возьмем мешок? А да, там купить? Сейчас мешок возьмем. Да я у тебя сейчас все возьму. Сейчас я еще воды возьму. А, еще вот тут йогурт натуральный. Вот, эти, вот, это берем 3 килограмма. Стоит 17 мозаик. Мы вот это едим всегда. Да, да. 17, 3 килограмма йогурта натурального. Без примеси, без всего. Вареньем разбавляешь и погнал. Ладно, потом включусь. Вот, хотел вам еще видео показать с балкона. Вот, видите, там на балконе сидят, там. Вот они все закрытые балконы. И здесь также вот, у кого закрытые, у кого вот эти вот рольставни отодвигающиеся, вот эти все, они все отодвигаются, эти стекла. Вот у нас балкон не закрытый, просто огромный. Вот он идет. Я тут после бега майку сушу. И вот сюда выходит. И вот следующий балкон, это тоже наш. То есть капец, вот все балконы вот такие вот. Либо по два, у кого-то вообще терраса есть, вот верхняя, это вообще терраса. Да, сейчас я тебя отломлю, подожди. Короче, вот так вот все. И вот такие вот огромные-огромные балконы, на них люди устраивают вечерние посиделки. Так что вот так. Вот так у нас бассейн сверху. Вот так горка. Короче, вот так. Сейчас еще кое-что доскажу. Короче, вот мой скромный обед. Большая булка, вот это я вам показывал, 2 рубля, это 16 рублей. Батон этот их не турецкий, он как там называется. И айран. Я не знаю, видно там, нет. Он рубль, это 8 рублей. Короче, вот так вот после бега питаюсь. Как говорится, это на здоровом питании. А, сейчас дозапишу, что хотел досказать маленько. Ну, поняли, кому что интересно, в комментариях спрашивай.